Из года в год ключевыми вопросами регионального министерства природопользования и экологии остаются водоемы и ликвидация свалок. На эти проблемы выделяют солидную часть бюджета. В 2024 году будут бороться за чистоту окружающей среды. Ликвидируют 3 несанкционированные свалки на территории Ульяновской области. Рекультивация заброшенного мусорного полигона в Красном Яре – один из масштабных проектов последних лет, выходит на финишную прямую. На данное мероприятие было выделено порядка 450 миллионов рублей. На сегодняшний день данный объект на финишной стадии. На сегодняшний день мы уже на финальной стадии реализации. К 15 ноября подрядная организация направляет документы в АГБУ «Облстройзаказчик», а ими был заключен государственный контракт на реализацию, и выходим уже к приемке данного объекта. Еще один из важнейших федеральных проектов – оздоровление Волги. Теперь он войдет в большой новый объединенный проект «Водный». Региональное министерство природы заявило реабилитацию 21 водного объекта. Финансирование планируется из федеральных и областных средств. Также в проекте бюджета появится еще одна новая программа – «Генеральная уборка». То есть новый федеральный проект, который стартует с 24 по 30 годы на территории Российской Федерации. В данный федеральный проект Ульяновская область также вошла с первыми объектами. Это 6 свалок, которые представлены на слайде. По ним разработана проектно-сметная документация. Общий объем финансирования, который зашел в экспертизу, 600 миллионов рублей. И второй объект, по которому мы также разработали проектно-сметную документацию, это ликвидация нефтезагрязнения на территории разрушенных мазутохранилищ на нижней террасе. Итогом собрания стало то, что комитет направил проект бюджета на доработку. Региональному правительству рекомендовано выделить из областного бюджета в 2024 году дополнительно 221 миллион рублей. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.